Я буду записывать наш вебинар, и если эта запись будет нужна впоследствии, я думаю, что мы сможем ее предоставить. Итак, начинаем наше сегодняшнее общение. Для начала я представлюсь. Меня зовут Нина Александровна Агапова. Я являюсь доцентом кафедры русского языка Томского государственного университета. И сегодня мы с вами поговорим о том, как можно интегрировать уже созданный массовый открытый онлайн-курс в практику преподавания, как это можно сделать в привычном нам, в традиционном аудиторном формате, но по большей части, конечно, как это можно сделать сейчас в текущих реалиях, какие нюансы нужно учесть. И с какими потенциальными вопросами и подводными камнями этого явления может столкнуться преподаватель, который решил интегрировать МОК в свою практику преподавания. В чате я уже написала, пожалуйста, обозначьте себя, я буду очень благодарна, если вы напишите свои данные, фамилию, имя, отчество, вашу должность и ваше место работы. И если вы напишите, почему вам был интересен данный вебинар и почему вы на него сегодня записались и пришли, я тоже буду очень благодарна. Итак, то, что касается курса, о котором сегодня преимущественно пойдет речь. Но сразу скажу, что сегодняшнее наше общение можно условно разделить на две части. В первой части я буду говорить про интеграцию своего курса в практику преподавания. Это та ситуация, когда преподаватель ведет дисциплину и использует свои собственные наработки, свой собственный массовый открытый онлайн-курс. И вторая часть – это использование чужого массового открытого онлайн-курса. Здесь есть специфика, есть различия, и, конечно, я о них тоже сегодня скажу. Начнем мы с первой части, то есть с использования своего массового открытого онлайн-курса. Речь пойдет о курсе, созданном мной. Это курс, существующий в данный момент на трех образовательных платформах. Это платформа Lectorium. С 2015 года курс там был запущен. Это платформа Coursera и платформа «Открытое образование». На платформе Lectorium и платформе Coursera курс существует под названием «Русский язык как инструмент успешной коммуникации». На платформе «Открытое образование» курс существует под его классическим названием, соответствующим учебным планом «Русский язык и культура речи». Именно платформа «Открытое образование» стала той базовой площадкой, которая использовалась мной в минувшем учебном году для внедрения, для интеграции курса в практику преподавания, преимущественно в технологии «Перевернутый класс». Я расскажу о том, как это осуществлялось, и надеюсь, что те приемы, которые были использованы, они не только помогут вам в целом сориентироваться в ситуации, в том, как это можно использовать, но и, я имею в виду, использовать в традиционной парадигме образования. Но и, как мы с вами увидим, они даже в чем-то более актуальны сейчас, когда мы по-другому сейчас выстраиваем нашу образовательную рабочую траекторию, и этот механизм тоже может быть адаптирован. Итак, для тех, кто, может быть, пока слабо представляет себе, как выглядит массовый открытый онлайн-курс. Я надеюсь, вы экран мой видите сейчас. Коллеги, отзовитесь, пожалуйста. Вам видно мой экран сейчас, в данный момент? Да, все хорошо видно. Отлично. Итак, перед вами курс «Русский язык и культура речи» на платформе «Открытое образование».
информация о курсе, основные разделы и то, как этот курс выглядит с точки зрения его пользователя, слушателя и студента. В минувшем учебном году в рамках весеннего семестра мной осуществлялась работа с этим курсом параллельно с работой со студентами факультета информатики Томского государственного университета. Сейчас это Институт прикладной математики и компьютерных наук. Саму работу, подразумевающую включение курса в учебную практику, можно было разделить на несколько этапов. Этапы перед вами. На этапе создания курса я сейчас не останавливаюсь, то есть это только внедрение курса в учебную практику. Как видите, первый этап – это подготовка почвы, создание графика работы и договоренность с деканатом. Ну, как вы понимаете, в текущих реалиях, конечно, если мы внедряем онлайн-курс уже, массовый открытый онлайн-курс в дистанционное обучение, данный этап, ну, можно сказать, редуцируется, поскольку преподаватель во многом уже сам регулирует учебную траекторию и выстраивает ее со студентами. Но если по этой части будут вопросы, я думаю, что мы сможем еще их обсудить, я смогу на них ответить. Затем было начало работы с курсом, студенты знакомились с памятками, с инструкциями, как пользоваться курсом и что делать. И затем уже шла работа с курсом в течение семестра. Как видите, здесь чередовались занятия в аудитории и использование уже массово открытого онлайн-курса непосредственно на платформе. Уважаемые коллеги, у кого-то очень громко работает, я не знаю, что это, телевизор или какая-то запись, и очень сильно мешает, я думаю, не только мне, но и остальным. Так, вот сейчас лучше, спасибо большое. Я знаю точно. Нет, снова не лучше, пожалуйста, убавьте звук, очень сильно мешает. Ага, спасибо. Итак, о работе с курсом в рамках семестра сейчас поговорим чуть подробнее. Поскольку для студентов этот опыт был первым, они пока еще до этого не знакомились с подобным форматом работы. Это были студенты первого курса, первого года обучения в университете. Именно поэтому на меня, как на преподавателя, еще легла ответственность за их введение вот в этот формат работы. Именно для этого был создан график, который сейчас перед вами. Я надеюсь, что вы его видите. И, уважаемые коллеги, пожалуйста, убавьте звук фона. Очень громко его слышно. И очень сильно он мешает. Я думаю, не только мне. Пожалуйста, проследите, чтобы ни у кого этого фона не было. Итак, перед вами график работы со студентами. Как видите, здесь чередуются аудиторные занятия и занятия онлайн на платформе. В текущих реалиях, в текущей ситуации мы с вами также можем брать этот график на вооружение, но, конечно, занятия в аудитории в данном случае заменят какие-то другие форматы работы. Возможно, форматы в виде вебинаров, через Zoom или через Skype, возможно, занятия через систему Moodle. Об этом я тоже скажу позже, когда буду говорить о том, как реализуется работа с онлайн-курсами мной сейчас, уже в несколько ином формате. Для нас принципиально важно то, что здесь чередуются и сменяют друг друга работа с курсом на платформе непосредственно студентами и работа с преподавателем в виде контактного взаимодействия. Да? То есть студент сначала изучает курс самостоятельно, какой-то фрагмент курса, модуль или лекции, затем преподаватель помогает студенту разобраться с новым материалом, этот материал освоить и ответить на возникающие у студента вопросы. Безусловно, подобный формат работы в рамках взаимодействия в аудитории требует больших усилий со стороны администрации факультета и со стороны тех людей, которые отвечают за расписание.
И я со своей стороны курировала этот вопрос. Как видите, здесь все было расписано по неделям. Но это было сделано еще до начала семестра. Это обсуждалось с деканатом. И этот график выстраивался еще до начала учебной деятельности в семестре. Студенты знакомились с этим графиком, получали его на руки уже в начале семестра. И сразу же мы обсуждали специфику работы на весь семестр. Специфика заключалась еще и в том, что на факультете, на котором велась работа, есть такое понятие, как контрсессия или контрольная неделя, или контрольная точка. Как видите, они тоже нашли место в этом графике. Сейчас в текущих реалиях, в формате онлайн-образования, как мне кажется, выстроить такую работу даже проще, поскольку, как вы понимаете, отпадает такой фактор, как взаимодействие с деканатом, ну, как правило, отпадает, и многие действия преподавателя уже становятся его, уже расширяются, многие сферы влияния действий преподавателя. В процессе работы выстраивалась и выстраивается связь материала массового открытого онлайн-курса с отработкой этого материала, с тем, как он отрабатывался на практических занятиях. Я вам сейчас показываю свои наработки, да, свои идеи. Возможно, кому-то они будут интересны, полезны, возможно, кто-то их возьмет на вооружение. Вот один из таких примеров наработок – это создание навигации, навигатора по массовому открытому онлайн-курсу. Что видит студент, когда заходит на онлайн-платформу? Курс разбит на модули. Модули или разделы. Внутри каждого раздела или модуля есть отдельные лекции. Это видеолекции и небольшие задания к лекциям. Каждый модуль или раздел сопровождается тестированием. И, соответственно, итоговым тестированием сопровождается весь курс в целом. Задача преподавателя при таком формате работы – выстроить надежную связку между онлайн-курсом на платформе и тем, что происходит в аудитории в привычном формате работы, ну или тем, что происходит сейчас при контактных формах работы в онлайн-режиме через Zoom, через Skype, через Moodle или через другие инструменты. И как раз для выстраивания такой связки я и рекомендую, и предлагаю использовать вот такую, такой навигатор по курсу. Что принципиально важно? Преподавателю необходимо дать студентам конкретные четкие задачи, что им нужно делать во время знакомства, во время работы с онлайн-курсом. Сегодня еще об этом пойдет речь в дальнейшем. Хочу сказать, что одна из основных проблем использования МООК в практике преподавания, которая может возникнуть и с которой могут столкнуться студенты и преподаватели, это первое, размытое целеполагание. Студенты могут не понимать, зачем им заходить на онлайн-курс, зачем им осваивать этот онлайн-курс. И второе – это недостаточно четко выстроенная навигация по курсу, когда преподаватель дает задание, да, говорит пройти какой-то раздел, какой-то модуль, прослушать лекцию, но прослушали и что дальше. То есть непонятно, зачем это делалось. И, конечно, студентам важно понимать, что преподаватель сам прекрасно знает, какие задачи решает курс, сам прекрасно знает, как это будет контролироваться, демонстрирует этот контроль и помогает студентам со своей стороны по курсу продвигаться не просто потому, что его нужно пройти, а потому что нужно изучить материал в рамках этого курса, уметь его применять, да, и отработать на практических занятиях или на онлайн-занятиях с преподавателем. Вот перед вами пример такой навигации. По сути, это учебное пособие, но основанное на онлайн-курсе. Здесь расписаны планы знакомства с лекциями, расписаны задания, которые необходимо выполнить студентам, и отдельно обозначены те задания, которые будут обсуждаться на практических занятиях.
Вот смотрите, пример, да? Первый раздел «Языковая норма». Вот он перед нами, раздел 1. Зачем нам нужны языковые правила и кто их придумывает? Теория здесь есть вся. Да, источники языковой нормы, в чем парадоксальность, какая речь считается грамотной, и итоговый тест по этому разделу. То есть студенты самостоятельно изучают теорию. На теорию преподаватель времени уже не тратит. Да, это все делается самостоятельно студентами. Затем при обсуждении, при очной или онлайн встрече студентов с преподавателем эти вопросы обсуждаются и отрабатываются. Ну, в данном случае раздел «Языковая норма» — это раздел практический. Теория там, конечно, есть, но очень большая часть материала идет через практические задания, через работу с языковым материалом. И вот тут уже преподаватель, не тратя времени на теорию, а только проверив, как студенты ознакомились с ней, как они ее освоили, предлагает студентам практические задания. И если студент не освоил этот раздел курса, практические задания он просто не выполнит. Для того, чтобы у студентов была возможность обратиться к конкретным положениям курса, примерам, может быть, разрешить какие-то трудности, в навигаторе прописаны конкретные лекции. Как видите, здесь все обозначено. Сделано это для того, чтобы студенту не нужно было пересматривать, переслушивать весь первый раздел курса, весь первый модуль. Базовые положения здесь тоже все зафиксированы, студенты в любой момент могут к ним обратиться. То же самое по всем последующим разделам курса, да, видите, тема 2, тема 3, расписано, что делают студенты на этапе онлайн-знакомства с курсом, знакомства с разделами 4, 5, пожалуйста, они перед нами, да, 4, интернет-коммуникация со всеми модулями, 5, язык средств массовой информации и его влияние. Это разделы 4 и раздел 5, соответственно. Те вопросы, которые представлены в нашем навигаторе, это вопросы, не дублирующие тестовые и контрольные вопросы на платформе. Это тоже важно, поскольку здесь принципиально важно избежать вот этого дублирования, избежать повторения. Студенты уже прошли раздел на платформе и выполнили тест к этому разделу. Тесты там небольшие, там несколько заданий открытого типа, заданий с возможностью выбора ответа в пределах 10 заданий к каждому разделу, к каждому модулю. Тест этот они выполнили для самопроверки, во-первых, а во-вторых, как часть того зачета, который они будут в рамках курса получать, об этом я еще скажу. Затем они приходят на практическое занятие или на онлайн-занятие с преподавателем, да, и отрабатывают, актуализируют теорию через вопросы и отрабатывают практические навыки через практикоориентированные задания. Но задания, еще раз говорю, не дублируются. Задания другие. И тут уже принципиально важно преподавателю так проработать вот эту часть практическую, чтобы задание на платформе и задание в навигаторе, в учебнике, можно его так назвать, дополняли друг друга, да, чтобы они не накладывались друг на друга, потому что если студент будет делать одно и то же на платформе, а потом в беседе с преподавателем или в аудитории, у него возникнет закономерный вопрос, а зачем я это делаю, зачем мне выполнять двойную работу? Конечно, нет, это совсем другой вариант, и принципиально важно, чтобы у студентов формировались уже практики, навыки более высокого уровня. Да? Если он освоил какие-то теоретические положения, запомнил их на этапе прохождения онлайн-курса, чтобы, например, воспроизведение, а главное создание нового, основанное на этих практиках, было уже на более высоком уровне, уже в рамках практических занятий или онлайн-взаимодействия с преподавателем. То, что касается итоговой аттестации по курсу, это тоже отдельный важный вопрос, и здесь, опять же, преподаватель должен представлять себе, как это будет выглядеть,
уже в начале семестра, конечно, потому что планируется работа по курсу в целом на весь семестр. Как видите, в нашем графике обозначен итоговый тест на платформе, и тест этот является частью аттестации по курсу. В конце каждого раздела, как я уже упомянула, есть небольшой тест, который выполняют студенты после прохождения этой темы. Итоговая аттестация по курсу на платформе складывается суммарно из результатов небольших тестов и из результата итогового теста. Как видите, здесь еще тест сопровождается дополнительной проверкой со стороны администраторов платформы. Там достаточно серьезные методы защиты, то есть списать, подсмотреть что-то студент, ну, как правило, не может. Он это делает перед камерой, и здесь соблюдаются правила сдачи тестов. Это часть итоговой аттестации. То есть подразумевается, что студент проходит курс, сдает промежуточные тесты, сдает итоговый тест, и в данном случае сдача итогового теста была допуском к сдаче зачета по курсу. А то, что венчает собой работу с курсом и работу в аудитории, и является выходом уже на сессию. Если студент, соответственно, не проходил курс, или у него были проблемы с каким-то из разделов, он их по какой-то причине не сдал, тогда эти темы сдавались отдельно. Да, возможно, я сейчас опережаю вопросы возникающие. К сожалению, это действительно дополнительная нагрузка на преподавателя. Но в данном случае так было выстроено с моей стороны. Может быть, это возможно изменить, может быть, это возможно переделать, выстроить по-другому эту работу. В моем случае было так, поскольку студенты все-таки не на 100%, не все были дисциплинированными, у кого-то были долги, кто-то не сначала присоединился к курсу. Те задания, которых не хватало, те, с которыми еще нужно было поработать, я давала им дополнительно, то есть они таким образом закрывали разницу между тем, что они не сделали, и тем, что нужно было делать. И таким образом, выполняя задания, они получали допуск к зачету и потом уже шли сдавать зачет. Сам зачет подразумевал теоретическую и практические части. Теоретическое то, что в том числе реализуется на платформе в рамках онлайн-курса. Практическая часть – это то, что отрабатывалось на занятиях со студентами. О возможных проблемах, в том числе связанных с должниками и режимом работы, я тоже еще скажу. Прежде чем я перейду к следующей части своего выступления, хотела бы спросить у вас, есть ли у вас вопросы по этой части? Поскольку информации достаточно много, я предлагаю ее дозировать. Пожалуйста, коллеги, какие есть вопросы и, может быть, какие у вас возникли затруднения? Так, нет звука, как включить звук? Объясняю для тех, у кого проблемы со звуком. Чтобы включить ваш звук, вам нужно нажать на микрофон в нижней левой части экрана. Если вы по какой-то причине не слышите меня, возможно, у вас убавлен звук в наушниках или на динамиках на компьютере. Но, насколько я поняла, коллеги слышат меня хорошо, поэтому, видимо, проблема носит индивидуальный характер. Итак, коллеги, еще раз, какие у вас есть вопросы по этой части, если они есть? Угу. Так, вопрос такой. Студенты, не имеющие технических возможностей камеры для теста, каким образом осваивали курс? Это же были студенты-очники. Спасибо за вопрос, Наталья. Да, действительно, это были студенты-очники.
студенты Томского государственного университета, и некоторые из них проживали в общежитии, некоторые проживали в квартире отдельно, но так или иначе техническая возможность была у всех. Я очень чутко отслеживала обратную связь со студентами, поскольку мы с ними еще имели возможность общаться в аудитории, конечно, каждое очное занятие мы обсуждали очередной пройденный этап, и в том числе организационные и технические вопросы мы обсуждали тоже. На тот момент ни один из студентов не заявил о том, что у него есть какие-то технические проблемы, именно связанные с недостатком оборудования. Возможно, это связано со спецификой факультета. Как я уже сказала, это были студенты информатики, студенты факультета информационных технологий, и большая часть изучаемых ими предметов подразумевает, конечно, практическую составляющую. То есть у них есть хорошие ноутбуки, или они работают с компьютерами в компьютерном классе, и там у них тоже была возможность проходить лекции, если они хотели. Поэтому здесь такой проблемы не возникло. То, что касается еще вашего вопроса, я думаю, что я частично затрону его во второй части своего выступления, поскольку речь пойдет о студентах другого факультета,